Сегодня вставать рано с работы надо. Как уж бог помнит. Как Бог послал, как Бог послал. Да. Что так интересно? Ну, это есть. Опять что-ли поесть, что-то опять есть, сейчас захотел. Если есть диски, то есть не видно. Да ладно. Что даешь мне другие? С какой стати мне ничего не есть? Понимаешь? Как бы, да. Я мужик, мне надо работать, понимаешь? Да. Это я тебе не могу объяснять. Ну, пищеварительная система человека создана, чтобы ты ел раза два в день. Ну или три. Ну или один, но это не суть разговора. То есть, ну просто еда — это фрукты, скорее всего, да. Понимаешь, яблоки, ну не знаю, ягоды, фрукты, что-то такое, да, сытное, витаминное. Да. Ну ты будешь ради еды, что ли, то есть как тебе сказать, только ты понимаешь. Но он про себя так и говорит. Мускулатура моя не развивается, понимаешь? Я, да, не пробиваю клавиатуру и еще что-нибудь придумать.
Ну, может, это устаревшее понятие, мне это не касается. У тебя, если лучше получается, да, да, понимаю. Но он про себя так думает, да, да, да. Ну, наверное, у тебя уже все наработано. Понимает он тебя, да. Долгий раз. Ну и что ты от меня-то хочешь? Я он про себя так думает, да. Ну, наверное. Ну, у меня, наверное, да. Ну, он о себе так думал тоже, да. Ну а тебе он так думает просто, да наоборот, да, больше врать надо. Может и так, да.